В Африке гориллы, злые крокодилы, суровые судьи. Да и вообще условия ловли сами по себе безумно суровые. 44 в тени, плюс львы, зебры, жирафы, змеи, пауки, крокодилы в том же водоеме, в котором ты ловишь рыбу. В общем, такой зоопарк, знаете ли. Поэтому понимаю айболит, который там жил. А я про ЮАР, собственно, к чему? Всемирные рыболовные игры, если помните. А палочку, помните? Так вот, хочу напомнить. Мы вам ее с удовольствием подарим. А для этого вам необходимо всего лишь оставить один комментарий под этим видео, в котором вы укажете предполагаемое место, которое займет наша команда в итоговом рейтинге. И этот же комментарий продублировать в любом из наших социальных ресурсов. Все ссылочки будут в описании. Ну и, собственно, все. Как только турнирная таблица будет у нас на руках, мы ее разместим для вашего ознакомления и в эфире, как всегда, разыграем вот этот прекрасный инструмент. Но на этом еще не все. В преддверии 23 февраля, милые дамы, информация для вас. Наши квалифицированные продавцы ждут вас в этом замечательном магазине, в котором огромнейший ассортимент потенциальных подарков для ваших мужчин. Мы вам, помимо этого, готовы предложить огромные скидки и самое прекрасное отношение к нашим замечательным покупателям. Поэтому, дамы, милости просим, ну а всем остальным я желаю удачи, успехов, ждем ваших комментариев и до встречи.